Друзья, всем привет! Ну что же, продолжаем играть в Roblox и продолжаем покупать и совершенствовать новые приборы, которыми будем копать. Приборы, лопатки, всякие штуковины. Так, погнали. Я накопил 733 тысячи. Воу, щет, да это же дофига. И теперь идем покупать новую лопатку. Или совок. Или металлодетектор, который стоит 500 000. Офигеть. Так, давайте отключим комментарии. C4. 1,5 миллиона. 3 миллиона, вот это, наверное, самый крутой. Хотя вот этот золотой совочек тоже за 10 миллионов и неплох. Но пока мы денег накопили только на металлодетектор. Итак, друзья, покупаем. Па-бам! Потратить 500 000. Да. И остается у меня 223 тысячи. Ну что же, где наш этот крутой совок? Давайте-ка посмотрим на него. Металлодетектор, точнее. Его что-то вообще не видно. Он что-то как-то куда-то ушел. Песок. Так, я еще ничего не нажимаю, ребята. Он сам копает. Ха! Офигеть, да ладно. Он сам копает, ребят. Вот я сейчас вообще ничего не нажимаю. Может, что-то, конечно, зависло. Может, что-то произошло. Он реально копает сам. Просто тупо копает сам. Смотрите. Я сейчас, короче, нырну на дно. Блин, есть какая-нибудь другая, блин. Офигеть, он просто роет, блин, бешено. Так, я его сейчас пока отключу. Чё за фигня? Почему он сам копает? Офигеть, капец, ребята. Так, давайте найдем какую-нибудь глубокую яму. Здесь, короче, побегаем, поищем. Может быть, мы куда-нибудь нарвемся. Блин, вообще просто. Так, мы уже до нового уровня. Так, я там что-то видел. Блин, никак не остановиться. В чем прикол-то? Сам тупок сам копает. Офигеть. Так, ну давайте сейчас заполним. Заполним 2000. Давай, мне нужен этот. Другую, короче, эту. Тык. Я не знаю, что за прикол, почему он копает нафиг сам. Может, какой-то глюк, ребят? У всех так? Очень странное поведение этого, блин, копательного прибора. Только наводишь, и он, короче, копает. Не знаю, что за приколюха. Офигеть. Он шумит, что-то трещит весь. Как-то не очень, если честно. Прямо не покопать, он только внутрь копает. Сейчас, ладно, разберемся. Да, блин, ребятки, придется-то пока побегать так и поискать какую-нибудь яму поглубже. Вот, например, вот эту. Офигеть. Так, где я? Даже нельзя направить ящики, блин, найти. Ну, не особо-то, в принципе, он и быстро копает. Просто у меня сейчас так все это заполняется. Чик-чик. Ну ладно, продолжай копать. Так, мне никак не остановиться. Кое-как. Еле вышел. Так. Давайте посмотрим, сколько стоит новый бэкап. Бэкпакли. 350 тысяч. Офигеть. На 5 тысяч. 7,5 тысяч, 1,5 миллиона такая капсула на 1000. О, это просто жесть. На 15 тысяч. Так, ладно, где здесь глубокие ямы? Здесь глубоко? Что-то не очень. Так, здесь что-то пацаны накопали, блин. Куда бы здесь? Так, чувак, погнали. Сейчас мы начнем с тобой копать очень глубоко. Твой пылесос, это фигня. Так, я вас спасу. Нет, копатели. Блин, здесь даже сундуки никак не убрать. Хочу вверх направить, и ничего не получается. Вообще просто жесть. Здесь по кругу даже нельзя копать. Я вообще не знаю, я потерялся, ребята, я потерялся. Так, у меня кошка? Нет, не кошка, это моя. Тут рядом со мной падает. Собирает мои сундуки. Блин, почему здесь вот нельзя выбирать, да? Допустим, у вас эта лопата.
И нельзя никуда это сохранить. Ничего сделать нельзя. Чтобы что-нибудь другое выбрать. У меня уже наполнилась, короче, эта фигня. Она все равно продолжает копать. И здесь вообще сундуков нету. 12 500. Блин, ну и штуковина, ребятки. В общем, я не советую ее покупать. Скажу вам честно. Прям вот так, в открытую. Не покупайте вот эту фигню. Копите на что-нибудь крутое. Потому что она просто фигачит. Бесполезно фигачит. Без разбора. Не поймешь, чего и как. И, допустим, прямо, я не знаю, как ее копать. Она постоянно внутрь копает. Так, у него такая же фигня, кстати. Чик-чик, у меня заполнился, а все равно продолжает копать. Ну, блин, хотя вроде и быстро, друзья, но все равно какие-то просто неудобства. Она постоянно копает от металлодетектора. О, привет, эй, привет, что у тебя с очками? Блин, ничего. Ушла. Накопала, короче, она уже все. Просто, блин, 10 секунд и заполняется. Так, где эта девчонка? Сейчас я буду вместе с ней копать. Пошли, я знаю, что она опять в этой яме. Мне так кажется. Я пока... Да, я ее вижу. Так, эй, привет, как тебя зовут? Так. Пинчикаром. Пинчикара. Ну ладно. Так, о, блин, а их тут много. Много этих друзей-то здесь собралось. У меня такая же, короче, пылесос, как у меня. Металлодетектор. Так, что-то она мне нифига не разрешает там собирать всякие штуковины. Так, пока летим, собираем. Оу. Чувак, у тебя совок. Как они цвет меняют совков, мне интересно. Просто... У меня совок какой-то синий был. Там можно настройку что-то менять. Рюкзаки какие-то у них красные, пылесосы другие. Где здесь можно это все посмотреть? Настройки? Так. Это что такое? Давайте сделаем черный. О, ребятки, о, вот и как здесь этот рюкзак менять. В настройках я сделал черный рюкзак. Можно такой. Такой мне не нравится. Давайте сделаем желтый. Во, клевый. Выделяется вообще клево. Блин, а я только посмотрел, почему думаю, у них такие штуковины. Чу-чу-чу. Юху! Чувак, тебе капец. Ты сейчас задолбаешься здесь лететь. Ты какой-то совок, ладно, давай я уйду. Я просто здесь вообще не пойми куда чего. Так, я в новую яму прорылся. Так, во, привет. Ну, блин, только познакомился, она уже все ушла от меня. Ну, блин, обида. Почему ж так быстро-то? О, о, привет. Как тебя зовут? Лайли Ловер какая-то, 13. Так, я знаю, где она. Может и нет. По-моему, здесь. Да ё-моё! Какие-то непонятные тоннели. Школьники здесь что изрыли. Куда я попал? Пойду прямо. Так, теперь сюда. Сейчас я должен найти какую-нибудь яму. Вот точно. О, вот она, блин, привет. Мне какой-то этот, мне что-то язык высунулся. Ливи Ловер. Блин. Как-то быстро знакомство проходит. Так, я, по-моему, где-то... Так, прыгал я в ту... Она здесь. Вот здесь она, в этой лунке. Да? Я угадал? Так, здесь какие-то тоже пацаны. АБС. 1, 2, 3, Карим. Ты не мой подписчик, случайно? Не твой. Ну ладно, вот что такое здесь. О, вот она прикольная. Фига, смотрите, как модно наделать. К лету уже готовится, девчонка, а? Пинчи, блин, вообще, давай за ней побегаем, за ее розовыми рюкзаком. Юху, я с тобой. Я с тобой. Пошли. Как она быстро улетела. У-у-у, привет. Привет. Прикольные у тебя штаны.
джинсы, кеды, вообще такой рюкзак модный, кепка, очки вообще прикольные. Подписывайся на мой канал. Ссылка в описании. Так, ох он вип, он к ней залез. Блин, пока летит, собирает, вы видели? Фига, он вообще крутой адик у него. Сколько у него там этот рюкзак-то, блин, она повернулась спиной. Адик. Так, я хочу это взять. Так, теперь это. Блин, никак вообще не взять. Уху, привет. Пошли, побегаем. Она, может, мне что-нибудь пишет? Не, ничего не пишет. Пошли, чё тут стоишь? Чё тут, здесь можно что-нибудь купить? Вроде нет. А здесь что? Так, здесь что-то все делают, покупают. Может, какой... О, давайте посмотрим, там животное. Питомец. Так, и такой у меня же есть. Воу, леопард. Так, он что-то дает здесь нам? А что он нам дает? Плюс 25% к чему-то. Не хочу эту. Оклиот. Оклиот. Что за оклиот? Пускай его купим. 52 тысячи потратим. Он вроде получше кошки. Так, ну-ка. Надо отбежать. Эй, котишка, котишка. Где ты там? У тебя что-то плохо видно. О. Какой красавец, а. Пошли побегаем со мной. Пошли копать. Это что-то делает все. Не пойми что. Отстань. Отстань, сумасшедший. Так, я не туда. Опять не туда. Да ё-моё, остановись. Где там ты, кот? А, вон ты. Уже как бы ты быстро бегаешь-то, а, чувак. Фига себе здесь уровней. Так, там чё? Вот это здесь лабиринты. Здесь проход. Чик-чик-чик. Где кот? Опа, сверху откуда упал. Вот этот чувак здесь все равняет. Ну давай, офига, вот у меня такой же совок был, предыдущий. Иху, ныряем глубоко. Так, тем не менее, я уже накопил 350 тысяч почти. И сейчас заполним так. Может, 370-380 блоков. Блин, ребят, реально очень быстро копится. Я не знаю, на следующего рюкзака мне копить. Так, 2500, да? 350, это на 5000. И 700 на 7500. Или все-таки мне на следующую серию копить новый копательный совок. Вот это, наверное, вообще зверская штуковина. 3 миллиона, 10 миллионов, 22 миллиона. Во, вот это вообще дрель. Да тут нереально, ребят, вы представляете? Это вообще черная дыра. Что такое за совочек? Это мы у нас такие были. Все, мы это покупали, покупали, покупали. Есть. 3 миллиона, блин, до следующего. Это просто жесть. Просто я не знаю, как это так. Придется копить и потом... Чё, потом будем, ребятки, искать. На этом серия подошла к концу. Буду я копить для нового прибора. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!